19. Дальше. Тридцать четыре. Хорошо. Тридцать семь. Хорошо. Дальше. Сорок. Если мне не обманывают глаза, осталось два человека. Давайте дальше. Три. Три человека. Да, 55. Дальше. Дальше. 42. Так, остался один человек, как я понимаю. Давайте мы сделаем таким образом. Один патч, одни влажные салфетки, одни прокладки, одни салфетки для путешествий и один пакетик. Всех поздравляю, также каждому из вас оргкоманда раздаст пакетики с пробниками. Там будет один стик витамина С, один стик пробиотика, кальций и пакетик Химахима. То есть это вам на пробник. Так. Сейчас я хочу дать слово очень уважаемому человеку. Я очень много слышал об этом человеке, и вот с какой любовью люди говорят, как его почитают, как уважают этого человека и любят. Этого человека зовут Кадиша Садернес. Добрый вечер всем. Меня зовут Кадиша Садернес. Мы мои приглашенные люди, партнеры мои, 230 человек пользуются всеми продукциями. За мной еще 3000 людей, партнеры мои. Я вас всех призываю. Атомы – это атомы, это абсолют, это атомы, это атомы. Вы сами знаете, я вас всех приглашаю. Пожалуйста, присоединяйтесь, берегите здоровье и помогите людям, зарабатывайте. Так, сейчас у нас небольшой для вас сюрприз. То есть вас сейчас ожидает небольшой концерт. Наша звезда готова? Готова. Отлично. Так. Кто-нибудь сможет представить? Кто-нибудь из оргкоманды, представьте, пожалуйста, нашу звезду. Гуля. Добрый день. Сегодня перед вами очень талантливая девочка, призер многих конкурсов. Последний у нее конкурс, она выиграла второе место в Турции, в большом конкурсе среди юных исполнителей. Она является очень самым юным партнером нашей команды, Хадиша Садернес из Актюбе, перед вами исполняет песню. Ее зовут Диляна. Песня называется «Казахстан». Good.
Следующее, что советует Идоку, это быть хорошим деревом. Если вы хорошее дерево, то у вас будут хорошие фрукты. То есть, если вы хороший спонсор, то у вас будут хорошие партнеры. И семена, которые будут давать ваши партнеры, ваши хорошие фрукты, будут прорастать в ваши
дубликаты, да, дубликация. Ваши партнеры будут становиться вашей дубликацией. Точно так же будут стараться быть хорошим деревом и нести хорошие фрукты. И следующее, что говорит Идоку, это суперсинергия единого сердца. Что это значит? В атоме все связаны друг с другом, то есть мы все находимся в одной большой системе. И система построена на доброте. Невозможно описать словами, насколько приятно работать и понимать, то, что каждое усилие, которое ты делаешь, все, что ты делаешь, направлено на пользу всем партнерам, которых ты позвал. Я понимаю, то, что каждое слово, все, что я делаю, все помогает всем партнерам, в том числе моей маме. Насколько это приятно работать не просто для себя, не просто на кого-то, а работать именно во благо людей, которых ты позвал. Каждый партнер, который присоединяется к команде, каждый партнер, которого мы обучаем, это целая структура, это целая такая мощь, которая не имеет границ, которая добавляется ко всем партнерам, которых вы уже предоставили. Имея эти данные и понимая все, как устроено, я прошу вас, задавайте вопросы, ищите на них ответы, изучайте систему. Я уверен, когда вы осознаете, насколько все это работает, когда вы разберетесь в этом, пусть даже не на 100, хотя бы на 70%, я уверен, у вас будет это желание, эта страсть, это огонь, который вас приведет к успеху. Для того, чтобы добиться успеха в атоме, мастера говорят, достаточно страсти. Если у вас есть страсть и желание творить добро, добиваться своих желаний, если у вас есть страсть и желание, голод, успех вам обеспечен. Инструмент у вас есть. Даже если у вас нет этой страсти, если вы не хотите себе счастья, не хотите исполнять свои желания, вы все равно можете добиться успеха, если у вас есть постоянство. Было просчитано, если каждые 10 дней находить себе партнера, то есть в своей структуре добавлять потребителя, добавлять правильным образом. То есть вы знакомитесь с продукцией, то есть проделываете все эти шаги. И делать это каждые 10 дней. Насколько сложно, насколько невозможно за 10 дней найти потребителя, который бы в огромной линейке продукции Атоми смог бы найти хотя бы один продукт, который он согласился бы покупать для себя. Насколько это сложно? Это не сложно, это просто. Любой может это сделать. Один человек в 10 дней. И если делать это постоянно, то через 3 года такой человек, у которого нет страсти, желания, огня и так далее, даже он станет мастером продаж. То есть это было подсчитано математически. 3 года придерживаясь постоянства. Вы выбираете свой путь сами. У каждого путь до мастера продаж может занять разное количество времени. То есть здесь важно не время. Здесь важно ваше отношение и важно, каким деревом вы прорастаете. Какие понятия, какие мысли, какие информацию вы несете людям. То есть мой призыв – будьте хорошим деревом. Спасибо. Хочется выразить отдельную благодарность нашей команде, которая помогла организовать это мероприятие. Спасибо всем. Без вас я бы не справился. И всем, кто пришел послушать нас. Еще раз спасибо. От всех участников именно этого семинара я хочу выразить огромную благодарность Володе. Можно вас сюда на сцену всех? Я Стелла. Спонсора Катюшу Сиденову. Талия, можно у нас? Господин Сиденов. Супруга. Динару, Диару, вам огромная благодарность от Всевышнего, от нас всех. Действительно, это был атомный семинар. У нас другое осознание. У каждого частичка какая-то осталась. То, что каждый должен преподносить то, что он нужен этому миру, не просто так,
Осознание пришло, я думаю, каждому из нас. Огромная благодарность за любовь, которую вы отдавали именно с этой сцены, прям видно было. И вот когда Стелла даже говорила, начинала слова говорить, мысли вот эти внутри себя, войдите, внутреннее состояние свое. Спасибо вам всем большое, огромная благодарность вам, спасибо. Спасибо, Стелла, большое. Наших людей призываешь на большой путь. Большое спасибо. Таня, большое спасибо за информацию. Динарочка, сегодняшним первым выступлением тебе. Диляра, спасибо тебе, что ты, приехав, дала свою любовь людям. Диляра, большое будущее у тебя. Я тебе благодарю. Спасибо вам.